все пульти представляют. Адам и Ева. Или как я искал милофон. Так, ну чё будем делать? Что это за камень у меня на дороге? Похоже, его нужно убрать. Как это сделать? Вот так вот. Побежали. Слышь, барсук, а ну-ка перебрось мне эту пальму. Ты чё, мужик, вообще попутал? Забыл волшебное слово? Бегом! Ну, понял. Так бы сразу и сказал. А с дороги! Ничего себе, вот это ноги, я таких даже не видел. Что тут делать, лестница какая? Эй, ты, нога стой, а ну топни! Я сказал, топни, ты чё, мужик, а ну давай! Но, ё-моё! Это же самка! Ты чё, вообще, куда ты смотришь? Никогда не видел, чтобы динозавр строил глазки. Да, надо походу отсюда убираться. Побежал. А это что за сундук с лапами? Эй, ты там, а ну вылазь. Вылазь, я сказал, ты что вообще не понимаешь? Ну ладно. А, деточка, скушай яблочко. Иди-ка, иди-ка сюда. Поди-ка, поди-ка. Ха-ха-ха-ха-ха. Побежал. А это что за странная катапульта? Что с ней делать? Я один на всем белом свете. Некому мне подсказать, как использовать этот странный механизм. Ну, голова для того и дана, чтобы не только шапку носить. Вот этот камушек вот сюда. Так, заходим. Это, походу, да, исторический лифт. Точно. Так, эй, мужики, давайте, вируйте помалу. Давай, давай, мужички. Отлично. Слышь, ты кто такой? Слышь, сиреневый, ты вообще откуда? С Альфа Центавра, знаете? Тамошние мы. А, знаем, знаем. Слышь, сиреневый, ну дай мне пройти, чё? Растопырил свой клюв. Вы не подскажете мне, как пройти в библиотеку? Какая библиотека, сиреневый, ты чё? Давай, убирай крылья, я тороплюсь, мне милофон нужно найти. Ну ладно, не хочешь по-доброму, получишь по-плохому. Один, два, три. Ну чё, а ну-ка, зацени портретик. Умчался, отлично. Ух ты, какая опасная пещера. Я так проголодался. Может, грибочек скушать? Не, такой грибочек съешь. Потом сразу станешь сам на грибок похожий. Так, я его лучше топориком. И вперед. За милофоном. О, рыбка! Золотая рыбка! Рыбка! Ну, хочу пирожное! На второе мороженое! На третье! Слышь, мужик, ты чё вообще? Тебя что? Ты попутал совсем? Какая тебе золотая рыбка? А я думал, дай проехать, китяра. Ну, то-то же.
шныряй давай. Я поплыл. Что за страна такая? Молочные реки, кисельные берега. Не страна, а мечта. Походу лестница нерабочая, нужно вызвать строителей. Хотя, наверное, не надо, я сам все сделаю. Вот этот колышек сюда и палочку. Опля! И вперед на поиски. Слышь, зеленый, привет! Я с кем разговариваю? А ну повернись ко мне, ты рогатый, ты что не слышишь? Ну тогда убегай. Какие-то все страны боятся. Вау, мама, мамочка, помогите, что же делать мне? Как хорошо, что я занимаюсь спортом. Спорт спортом, но я так долго не провешу. Нужно чинить эту лестницу. И вот так вот. Отлично. Ух, фишка, ну ничего себе, как все сложно. Какой-то дровосек, по-видимому, здесь понапридумывал этих всех деревянных сооружений. Ключик, так что-то нужно сделать. Морковка, мышка. Заборчик нужно поднять. Ага, я понял. Возьмем ключик, откроем это бревнышко. Хотя как бревнышко можно открыть ключиком? Ну, здесь такое возможно. Убираем один колышек, второй. Второй колышек убираем. Запускаем мышку. Она грызет веревочку, дверца и откроется. Какой я молодец! Зубастый, ты чё тут сидишь? Дай пройти. Слышь, мужик, я вообще тут обедаю. Накорми меня, напои, спать уложи, и я тебя пропущу. Ну ты зубастый вообще, я тебе что, Баба-Яга, а ты мне что, Иван-Царевич? Ну ладно, так и быть, накормлю тебя, вот ну. Что ты там, на кусок мяса, а говоришь, вегетарианец? Так, листочек закуси листочком. И яблоко. Яблоко. Ну что, ты доволен, зубастый? Вот то-то же. Сиди и кушай молча. Слышь, мужик, а ну-ка, отойди. Я не отойду. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Ну тебе кранты, мужик. Порву тебя на кусочки, на мелкие, ты понял? А, понял, понял, я все понял. Все сейчас сделаю, что сделать, хозяин? Давай быстренько посади дерево. Удобри почву, полей водичкой мне, я тороплюсь, ищу мелофон. Понял, понял. О! Ха. Цветок людоед, ну ничего себе, такого я еще не видел. А это что за камушки такие? По-видимому, эти камни надо куда-то спрятать, чтобы мне как-то пройти. Груша, ух ты, какое-то странное животное. Вообще такого не видел никогда. Один камень, второй, третий.
получилось. Вперед! Ух ты! По-видимому, это были не камни, а яйца. Да, кто-то разобрался с этим страшным динозавриком и построил такую головоломку. Так возьмем, ага, это сейф, который открывает эту дорогу и механизм, и рычаг. Так, вон висит ключик. Возьмем ключик, повернем. Попробуем. Ух ты, камушек убрали. Отлично, закрыли челюсть, рычажок второй. Получилось. Здорово. Еще раз ключик. Ура, проход открыт. Вперед. Опять эта пещера с этими головоломками. Ну как же мне хочется найти этот мелофон. Я правда не знаю, что это такое. Ну ладно. Так, это не подошло. Лесенка, мне нужно лесенку опустить. Ух ты, зубатый, привет. А ну-ка, укуси одну штучку, я тебе сейчас дам. А ну давай, кусай. Молодец, такой послушный крокодил. Путь открыт, лесенка. Внизу я побежал. Ух ты, продолжаем. Три подсвечничка, три свечи. По-видимому, их зажгли какие-то каннибалы. Кругом кости, кости-мости. Ага, вот эту косточку я убираю, вот это нет. Так, вот эту свечечку задуваем. Теперь вот эту кость. Это пускается и последняя косточка. Путь свободен, я побежал. Ой-ой-ой. Месье, Женеман, спасижу. Отпустите меня. Давно я не ел человечины. Ух, а ты походу такой сочный. Этот, по-видимому, не отпустит. Нужно что-то предпринять. Как же иначе сейчас я буду его жарким? Так, что же делать? Ой, уже жарко, уже там подпекает. Ага! А ну-ка, убегай отсюда, гадкий поварёшка. Опля! Спасибо тебе, летучая мышь, никогда тебя не забуду. Ой-ой, ну и жарковато, прям как в бане. Спасибо. Вау, а здесь целый зоопарк животных. И ты, сиреневый, здесь, ты же хотел библиотеку. Сколько вас здесь? А мне-то надо на другую сторону. Так. Начнем. Я помню, вы все любите перекусить, плотно покушать. Итак, вначале покормим вот это земноводное, которое тут непонятно. Ага, вот груша. Груша для вот этого вот зеленого. Так, а вон там зеленый прятал молоточек. Покормим вот этого большого, похожего на слона, губатого динозавра. Ну что, почти всех. Так, теперь я перебираюсь на нее. Отлично. Крокодил, а ну-ка, дергани. Молодец. Ну что, рогатый, привет. Опять ты стоишь ко мне не тем боком, и не стыдно тебе. Ну я с тобой разговариваю, ты что, глухонемой?
Опять тебя придется пугать. Так, вот эти камушки покидаем. Ага, вот так вот. Ха-ха, напугали тебя, рогатый. Ух ты! По-видимому, это яичко. Теперь я могу спокойно спрыгнуть и не разбиться. Пожалуйста, мне 2 билета на вечерний сеанс. Пожалуйста, вы что, старичок? 2 билета на вечерний сеанс. Меня там ждет Мелофон. Ты чё? Хоть чтоб я разделся, никогда этого не будет. Никогда, ты слышишь, нет? Я этого не сделаю. О, блин, ты что, колдун? Ну ладно. О, мой Мелофончик, я нашел его. Какой Мелофончик, красавчик, иди сюда. Вы были на канале Мультипульти, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое.